Здравствуйте, вы слышите ангельский голосок Алексея Халецкого. Это продолжение ФФА сериала на четверых в Sid Meier's Civilization 5. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала, а не с середины. Ну а всем остальным, продолжающим просмотр, приятно провести время. Думал, что Карфаген на тебя нападет, он бы на тебя напал, я думал, раньше. Потому что у него куча просто нефти. Так он шел в статуе, а не в самолет. Я, ну, вторыми бомбервыми напал. Мне твоя нефть досталась. Я знаю. Что у него здесь. По хатам, а норм. Подвинь эту штучку свою, артиллерию, наверх куда-нибудь. Подвинул. Thank you.
меня было 800 чем-то науки и 560 осталось. Это печально. Да. О, добрый вечер. Смотри, ложи. Бросать можно только когда тактика мобильной войны откроется, да? Да. Ну, покупать можно раньше. Да. Не жалко тебе парашютистов? Конечно, жалко. То зачем ты их туда бросаешь под обстрелы? Ну, полинезу помогаю. Ближе к концу игры за картой так тяжело следить вообще, чтобы все выжили, блин. Так вышло, что все выжили. Случайно, наверное. Нет, он имеет в виду, что за своими юнитами сложно следить. Да. Боишься отвлечься, построить новый танк, чтобы...
Полинезиец просто тупо в очередь бомберов кучу поставил. Давай замеримся, да, полинезиец. Зачем нам эта война уже дальше? Вот да, кстати, я согласен. Откроешь границы, и все, и мы пойдем дальше с Карфагеном. А ты сиди, развивайся, пока мы все воюем. Восстанавливайся. Ты в цепочку бомберов нафигачил, ну... Ты сейчас, типа, таким же занимаешься, как датчанин, видимо, в свое время. С танкетками. Нет, я... Это все необходимое построил. Больше тебе ничего не надо? Не, ну я только больницы не успел бахнуть. Жалко бомберов, которые в Банзаконге. Надо как-то выбить это. Я хочу одну вещь сделать, и потом не замерюсь. Ничего серьезного, так мелочь. Ходить своей вправо мобильным зарка, который между городом и моим пехотинцем. Да. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Если вы сомневались, заходить ли в игру, потому что вы там ничего не поймете, то сообщаю, что разработчики улучшили обучение, добавив кучу пояснялок с картинками в формате комиксов. Да и развитие теперь ускорилось. Так что заходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и используйте кодовое слово «Лёша играет». Какие-то парашютисты бумажные прям вообще. Ну, против танков-то да. Прямо отступил, да? Куда отступил? Меня выкинуло.
Конечно, заключил. Какой мир, ну, у вас закончился. Ну, ё-моё. А, Тим, блин. Я уже просто устал. Я понял. Блин, да, тупо получилось. Ну, с другой стороны, этого же никак нельзя избежать. Ну, да, ты не можешь заранее как-то это... Урана продлять. У меня ноль. Поздравьте меня. Поздравляем. Теперь я полностью превращаюсь в предата к Индии. Почетная участь. Ну, я тебе могу дать уран. Тем более, ты можешь его сам добыть, захватив Самоа. Самоа стоит прямо на четырех уранах. Самоа надо захватить. Ну ладно. Для этого надо... Да ты зафарился. Ну, поленитесь, тебе же предлагали замириться, пойти на Карфаген. А потом вы меня уничтожите. Да нет. Да нет, ну кто-то... Блин, да. Тут победить должен один человек. Кто-то должен быть принесен в жертву, да? Я и так, ну, я с самого начала знал, что этот город будет страдать. Просто по логике его еще должен был Карфаген захватить немного раньше. Да, когда я сидел без промки. Что это там за люксы? Меха. Какой смысл эмбарго на Индию накладывать? Ну, чтобы не торговала. С кем? С кем? Да, это вообще-то ресурс какой-то забанил. Мы как бы это, порядок, мы внутри границ торгуем. О, мало ли. А люксы? Так на люксы это не распространяется, только на торговые пути. Точно? Да. Не-не-не, на все распространяется. И на люксы? Вам надо в следующем это еще наложить эмбарго на Дадю потом. Надо на всех на нас накладывать эмбарго. Все правильно делает. Не мешай ему. Да. Леша все правильно говорит. Ну, давай, дави дальше. Что-то. РСО есть. РСО побольше поставь. Вот. Уран у Карфагена здесь. Ну, в принципе, если я... Вот мне скинуть сюда две ракеты, и города эти захвачены, считайте. Не понимаю, откуда у него столько очков? За что их вообще дают? 2700. Чудеса, религия. Ты ж можешь открыть и увидеть. Так, где это открыть? Дипломатию открой. Никого, то что 2700 это много. Не, подожди, тут где-то же было написано. Я вот помню, что где-то это написано конкретно. По очкам. А, в этом, в победе. Открой. И детально увидишь, за что тебе очки начислены. Слушай, а что ты уехал танком? Подожди, меня там город захватит. Меня убили, я не уехал. А, понял. И я остатки своих танков спасу. Но они тут рядом, и если что, они успеют вернуться. Ой, не уверен. Ну, может, и не успеет. А
поднять. Я думаю, да, они мне пригодятся. Понял? Еще Карфаген хочет провернуть тот же фокус, что и я с моря. Попробовать обман Зуком. Ну, правда, я тут все вижу, и буду на море просто его юниты убивать. Пленезиец, выходи из этого обреченного союза. Зачем? Понимаешь, я все-таки играю на свою победу. Ну так смотри на науку. Это не поможет твоей победе. Неважно. По правилам я должен играть на свою победу. Не как ты. Да ладно, можешь сказать, что не, не это не обязательно. Я на свою победу играю. Я не понимаю, вот серьезно, Полинезий, ты разве не понимаешь, что человек выходит в стелсы и нас сносит всех? У нас нету алюминия, ни у меня, ни у... У меня, точнее, есть один алюминий, алюминий. У меня вообще ничего нет. У Дании нету ничего. Человек первым выходит в стелсы, апается, и все, и ему невозможно... Я не знаю, что ему сделать. Стелсы никак не контрятся. Ну, почему... Почему ты считаешь, что датчанин на свою победу играет? А ты ему помогаешь как раз. Я, конечно, понимаю, что мы тебе город снесли. Я вообще не особо ему помогаю, но я так подстреливаю танки, которые близко подходят. Так что я пассивно вою. Вы, можно сказать, с ним воюете один на один. То есть два на один. Мои танки выступают только в роли пушечного мяса. Ну правильно, ты в порядке с этим, с чудом. Ну это вот, да, это все, что мне дает возможность повоевать, это Кремль. У меня есть алюминий. Да, у тебя есть алюминий. Ну, Карфаген бы меня не взял бы, потому что вдвоем меня давили и еле продавили. Так что я не так слаб был. Ну вот кто-то уже... У меня уже... был свой план, и я его... Уже кто-то в компьютерах, как минимум. То есть до джетфайтеров осталась одна теха, и потом стелсы. И это точно не я, значит, это Карфаген. Не я, да. То есть это Карфаген. Не тот, кто первый по науке, действительно. 100%. А зачем мне идти в компьютер, если у меня нет алюминия? Просто обмануть всех такая, да? Неужели Ратсинхрон первый за игру? Надеюсь, нет. Нет, я в игре. Нормально, нормально. Пронесло. Я снял эту. Да. Бомбардировкой можно бомбить. Спокойно. Окей.
Вот смотри, Клинозит, что мы можем сделать. Ты сейчас можешь резко перейти на нашу сторону и забрать себе утику с Карфагеном в ходе успешной военной кампании. Пытаться на этом как-то вытащить. Полинезис, да тебе все что угодно сейчас пообещают. У него там уже стелс не за горами. Только Полинезис, ты же видишь, что у меня нет городов под горами, а у них есть у всех. Ну и у тебя, конечно. У меня один город под горой, и он... Нету вообще. И наконец-то только-только начал догонять ГНУ. Едь. Блин. Да, как-то... Извини. Я могу удалить. Не надо. А можешь там очистить небо? Да, могу. На нем. Чисто. Блин, свалил все-таки своим генералом. Полинезиец, но при условии, что и зданий тоже. Да? А что при условии? Что и здание тоже. Не понял. Но ты мне только что мир предложил. Да, я ему тоже сейчас предложу. Но вы мне даете города, если вы побеждаете. Это очень интересно. А ты не собираешься вообще ничего делать? Что, только тебе, если, ты, только если ты участвуешь. Если вы побеждаете, то отдаете мне города. А давай, если ты побеждаешь, то ты отдаешь города нам. Прикольно. Полинез, тебя разводят. Нет, я просто не понял, что это за прикол такой. Если вы побеждаете, вы отдаете ему города. Ты, если ты захватишь их, то ты их забираешь. Мне нужны репарации за то, чтобы мне город давали. Можешь ураном поделиться немножко? Да, бери две штуки. И открытые границы заодно продлим. Кинул предложение.
Красивая демография. У него просто города много. И? Ну, промка, ну, как бы много, но не много. Почему немного? Ну, больше городов, больше промки, больше еды, но медленнее наука идет. Насколько? Каждый город там добавляет сколько-то. Пару процентов, при том, что сколько город дает науки? То есть со мной не будешь? Подожди, а как мы замерились? Мы же не договорились вроде. Ну ты мне кинул мир, я его принял. Или ты не собираешься с датчанином мириться? Если не собираешься... Я тебе сразу скажу, если я буду захватывать города, если я буду воевать, а ты ничего не будешь делать, я тебе никаких городов не дам. Если ты при этом воюешь, нападаешь на Карфаген реально, и я просто его захватил, ну просто потому что мой юнит захватил, то я тебе город отдам. Ну и вот это просто, вы атакуете Карфаген, а мне города отдаете, это... Извини... Вон, ты видел, как мы с датчанином атаковали само. Он всегда захватывал его, хотя я тоже мог его захватить. Ну, в любом случае, мне интересно, как вы будете... Ух! ГГ. Это да. Полинес, забирай города, если доживешь. Да, блин, там жестко. А сколько было скинуто? Две. Традиционно. Датчанин, тебе не страшно? Я с датчанином поделился ураном. Как тебе сказать? Страшно, конечно. Только до меня бомбы не долетают, насколько я знаю. Но, во всяком случае, до столицы точно нет. Ты очень наивный. Хотя всю игру таким был. Ракета из Мумбаи долетает прямо между Копенгагеном и Оксфордом. Хорошо ляжет. Переосмысливаешь последние 20 ходов? Датчанин. Да, датчанин давно уже перестал проявлять какую-то волю к победе. Ну потому что у меня нету ресурсов для победы. Ну да. У Лёши тоже меня нету, значит нет победы, действительно. У него есть уран. Да ты что? Ну ты сам видел. Кто тебе мешал взять бан за Конго, где есть уран? И другие 20. Не знаю, может быть, не мешал бы тогда Лёша. Наверное, не, это тупость, конечно, не мешал. Он взял само, в котором есть уран. Но немножко не получилось.
микронезиец. Нужны открытые границы, срочно. Кому денег дать? Мне можешь дать. Ты меня расстроил. Ну, мне тогда дай. Хотя такой выбор, кому денег дать. Карфаген, тебя все предали в итоге, так что... Да, пусть эти деньги... Я куплю сейчас что-нибудь. Не знаю, Карфаген, я тебя не предавал. Я честно на тебя напал и все. Это тоже правда. Ну и мы в Союзе не были изначально, так что все нормально. А что у нас там декорация, этот пакт, этот защитный пакт, он нерушим или рушим? Рушим. Значит, меня ничто не защищает. Сюрприз. Не, ты, конечно, все дурь вложил сама, но... Что-то жалко Карфаген стало. А в смысле? Что? Что там жалеть? Ядерная война беспощадна.
не успел выйти. Ну, тут был либо он меня, либо я его. А сколько тебе оставалось до стелсов? Два хода, ученый и Оксфорд. Ну вот, два хода. Два хода, и все, и он бы побеждал. При том, что мы ему ничего не можем сделать. Че, теперь мы воюем, Леш? Ну, это как хочешь. Думаешь, надо нам воевать? Ну, вариантов у нас немного. Я без алюминия улететь не смогу, так что... Ну, я тогда превентивно тебе армию уничтожу. Бах. Кого-то использовали как... не скажу что. Ну, у меня есть одна ура... это одна бомбочка. Ей. Чё? А, присуждаем Лёше победу, идем спать? Да. Да ладно. Вообще не будете сопротивляться. Я ничего не могу сделать. Всё, я без своих танков уже ничего не сделаю. У меня наука просто мертвая почти. Ну не мертвая, но он не успевает. 600 науки не победить. Ну, у меня через 4 хода еще 3 бомбы, которые я, соответственно, на Ганалулу сбрасываю. Одну на Ганалулу, одну на Копенгаген, если у вас есть что противопоставить. Мне ничего. У меня экология 8 ходов открывается. Ты так заботливо предупреждаешь, типа, люди, уходите из Ганалулы. Ну, это просто, чтобы попробовать какую-нибудь стратегию придумать, если есть варианты. Просто в Ганалулу это, я понимаю, единственный город полинезийцев, где есть уран. Я его захватываю, и все, и тогда уже никто не может ничего сделать. У меня 8 урана, тут я не пойму. А, еще сама. Сама на уране стоит. Все? То есть не продолжаем, да? Да, все, видимо, все. Ну, смысл уже. Ну, спасибо за игру. Спасибо за игру. Я могу просто захватить столицы, чтобы графики можно было посмотреть. Много там времени занимает? Я не знаю. 4 хода, говоришь? Ну да, вообще много времени займет, да. Ладно. Ну, тогда... То есть пока будем прокликивать. Ну, я считаю, что в данном случае вот... Полинезиец, ты немножко стормозил. Надо было радостно с нами брать Карфаген, и ты бы его. Вот, он бы тогда реально тебе достался просто. Просто потому что города для нас неудобно стоят. И потом бы мы, наверное, с датчанином против тебя воевали, скорее всего. Да. А так получилось. Ну, вы так не предлагали, вы предлагали отдать Самоа сначала. Это тебе уже датчанин предложил, когда он все самолеты в Монако перекинул, и у него была куча армий. То есть это уже когда, знаешь, не было. Ему не было смысла с тобой договариваться, типа такого. Человеческий фактор сыграл. Вообще я не понимаю, у меня территория, блин, лысая пустыня, а карфагенская территория, как она должна быть, она у датчанина все в горах. У меня вообще гор не было. Единственный урок, кстати, да. Городов под горами не было. Ну вообще, я бы сказал, что самая лучшая территория вот именно что у датчанина. Да, она офигенная. Правда, но ресурсов там нет вообще. Это вот, что сыграло злую шутку. Я с двумя люксами играл с видом. Леша, ты как, что за чудо там-то хоть? Старый служак. Такое себе. Не, вообще, хорошее, 3 счастья дает. Ну такое, да. Оно нормальное. Это не кратер Беринджера. Мне, кстати, интересно, что там у полинезийца за места такие были, что он так города поставил. Сейчас я. Но зайду. Он мог вполне еще на берегу ставить. Слушай, мне хорошо стоит 3 города. Если вот сама, да, ну вот у меня не рос Ганалулу долго из-за войны, потому что мне караваны не ходили.
У меня бы было уже и сама Ганалула по 36 жителей. Ты мог Ганалулу поставить на шелк на побережье, забрать Ригу и караванами там кататься. Я посмотрел, я увидел эту гору, я подумал, что я поставлю там город под горой, но мне надо отойти на одну клетку вверх, и я не видел, что там море, короче. И я отошел, бахнул город и увидел, что там море так потом. Тебе надо было Брюссель захватывать. Чего ты Брюссель не захватил? Это да. У меня два люкса. Я еле... Ну, и два города растут бешено. То есть столица так у всех, и... У всех два люкса. Вот у меня было два люкса. Это медь и хлопок. Все. Вот три меди, два хлопка. Два люкса, пожалуйста. Не знаю, я всегда вот прям под потолок счастья у меня было. У меня города, как бы по 30 с чем-то там. Ну да, ты отрастил очень нехило, но... Так а почему бы а не взять? Отрастил очень неплохо города. Ты. Ну и тут, конечно, тоже я соглашусь с полинезийцем, что ему бы статуя свободы бы зашла намного лучше, чем Карфагену. Естественно. Но у меня вся вот там моя шла, вот статую надо выхватить. Да, но... Я глупость сделал, я укрепил веру. Мне бы хватило веры на пророка. Ой, не на пророка, а на инженера. Если бы я не поторопился. Карфаген даже со статуей был на последнем месте по промке. Да, но с другой стороны, а что, Карфагену поэтому не строить статую, тогда что ему вообще делать в этой игре? Нет, понятно, что надо было строить. Не, ну у меня, конечно, все сидело в специалистах, которые науку давали, потому что мне надо было быстрее выйти. А так, ну, если бы я всех выгрузил, то, конечно, промки было бы больше. Ну и вот, если бы мы не воевали с Карфагеном, он бы еще раньше вышел в стелсы, и тут он просто бы уже забирал. То есть я бы точно падал, потому что у меня просто нету алюминия. Ну был бы... я в конце в самом... Только расскажи, я мог бы с ним пободаться. Ты, Карфаген, как думал с Полинезией поступать? Сразу как-то ее захватывать, например, бомберами? Или типа вообще сидеть-то остался? Так он отставал по науке. Я раньше вышел бомберы. У меня, правда, нефти было ты меньше. Ты вышел раньше, да, но у него нефти немерено. Какая разница? Он на да. твое количество бомберов мог построить бомберы и плюс еще три эти... Ну, как ему высадиться, если я во вторых касках защищаю города? То есть, пока он не выйдет в парашюты, Ну, мы же с танкетками взяли твой город. Не, ну, у нас там море разделяет нас, понимаешь? Ему надо объезжать, не брать Самоа, короче, ну... И сразу столица, всего два города вообще довольно близко. Понимаешь, на момент, когда вы меня брали там, у него там что-то там 4-3 плана и 2 бомбера было всего. То есть, а у меня, я настроил нормально армию, я мог, ну, как-то дефиться в это время. Я, кстати, не понял, почему он в средневековье тебя не напал к этому. Да, я тоже думал, он по твоей промке был вообще в самом низу всегда почти. Да, у него больше, чем в два раза была сила армии, чем у тебя. Я реально думал, что он строит армию, чтобы напасть на Полинезию. Думаю, интересно, и ничего не произошло в этом. Ну, такая Полинезия, что Самоа забирать как-то вообще ничего. Мы тебя, Карфаген, спрашивали, ты планировал на Полинезию нападать на бомберах или до стелсов, типа, досидеть? Не, я еще в первых самолетах понимал, что с Полинезией будет война потом, потому что я видел, что вы вдвоем строите армию, и понятно, что вы первые будете нападать. То есть ты думал, что... И позже вас, потому что у меня не было гор. Чего не было? Гор. Еще раз, чего не было? Горы. Обсерватория. Гор не было. Так блин, так у меня тоже только одна гора и не в самом лучшем городе. И у меня одна гора. И у датчанина, да. То есть я тоже. Я, кстати, видел его, что у него куча гор, думал, о, блин, он, наверное, все поставил. А потом я как открыл города его, думаю, о, так все нормально, в принципе. То есть тут, не обращай внимания, тут горы не сыграли никакой роли. Да. Но мне откровенно повезло с ресурсами. То есть у меня просто были все ресурсы, которые... Другое дело, что их мало было. То есть у меня нефти было только 7 штук.
У меня была только нефть. А, ну и уголь был. Алюминия, там, 3 штуки. Ну, хотя бы 2 ГЭС смог построить. Но так, в принципе. Ну вот, урана насыпало 8 штук, типа. Только, ну, 4 у Мбанзы Конго и 4 там на моей территории. Ну, опять же, не твоей, а Прага. Да, кстати, Прага. Ну, я не понимаю, почему вот эти полинезийцы Брюссель, например, тот же не захватил в свое время. Нормальный город был бы. У меня там вначале не было промки, и мне как-то там сложно было с войсками. Только самое важное строилось все. Ну, этот город сам, он пока я в школу не вышел, пока эти лесопилки не стали нормально давать, пока город сам не вырос до специалистов, он был вообще никакой. Там было 9, там было что-то там 15 жителей, 9 промки. Вообще, самая моя большая ошибка это в том заключалась, что мне оставался один ход до линкора и забрали Панаму. А я, ну, если бы ход еще подождать, я бы их купил, что деньги были. А покупать фрегаты как-то было, я думал, неправильно, лучше уж линкоры. Ну и линкорами я могу потом контролировать эту воду и обстреливать остальные города. Ну это вообще серьезная ошибка, конечно, что ты проспал захват с моря. Ну не то, что мне там и высаживать-то особо нечего, но я надеялся, что я выйду в линкор и куплю их. Как я вот Панаму захватил, мне отлично, я тебя отрезал. Меня, с одной стороны, я уже не беспокоился абсолютно ни о чем. Может быть, тебе уже надо было, когда я Мбанзу Конго захватывал, уже как-то войну объявлять и мешать тебе с ней, с этим городом. А, Леш, сколько у тебя железа было? Ну, 2 месторождения по 2 штуки, то есть 4 всего. У меня было всего лишь 2 железа. Было бы больше, было бы все по-другому. А, ты с берсерками своими? Да, да, вот тебе очень сильно не повезло, что железо 2 штуки в самом углу карты было только. И что бы ты думал берсерками, что делать? На меня нападал или на Ганалулу? Ну, либо на тебя, либо на Ганалулу, кто бы мне больше не понравился. Переплыл бы через озерцо. Да, кстати, тоже причина. Я всегда смотрел, сколько у датчанина железа, и понял, что у него не получится ничего. Да. В этом плане вот в шестерке, кстати, хорошо сделано. В шестерке все уникальные юниты нации, они не требуют никаких ресурсов. То есть ты свой уникальный юнит построишь в любом случае. Они не требуют никаких ресурсов. Здесь вот, например, мои слоны, они не требовали ресурсов. Они не требуют никаких лошадей, ничего. А вот берсерки требуют железа. Почему такая несправедливость? Ну ладно, давайте. Удачного вам дня. Да, взаимно. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.